PeopleSoft и так далее. Все эти приложения были разработаны в разных компаниях, разными разработчиками, которые друг друга не контактировали, может быть, даже не знали о существовании друг друга. И возникла задача интеграции этих приложений друг с другом. Для того, чтобы пользователи могли с ними работать не как с разрозненными системами, а в едином, удобном интерфейсе с одними и теми же данными. Вот эта задача Oracle решается двояко. На уровне данных и бизнес-процессов существует так называемый Application Integration Architecture, который предоставляет готовые пакеты для интеграции этих самых приложений